Вы на канале Криптонация Live, и это проект Трендир. Погнали! Облачные вычисления – это модель обеспечения удобного сетевого доступа по требованию к некоторому общему фонду конфигурируемых вычислительных ресурсов, которые могут быть оперативно предоставлены и освобождены с минимальным эксплуатационными затратами или обращениями к провайдеру. И на данный момент в данную сферу внедряются такие технологии, как блокчейн и криптовалюты. И это проект Трендир. Создание первой в мире глобальной базы данных по использованию облачных вычислений, таких как AWS, Azure, GCP и так далее. Его влияние будет похоже на рождение программного обеспечения с открытым исходным кодом и GitHub. Данный сервис объединил в себе все сильные стороны блокчейн-сети и разработал такую IT-инфраструктуру, которая позволяет всем разработчикам и другим специалистам воплощать в мир свои самые невероятные мечты и идеи. Все это стало возможным благодаря новому языку дизайна ASDML, который был специально разработан под новую систему облачного дизайна и который ранее был доступен только для узкого круга лиц. Команды разработчиков Трендир хотят расширить границы и позволить абсолютно всем стать творцами процветающего мира и начать воплощать в жизнь самые яркие идеи. Они используют блокчейн. Они смогли создать свою мощную базу данных системы на технологии блокчейн, потому что она открывает перед ними совершенно новые возможности, а также позволяет сразу же исключить много негативных аспектов, существующих в централизованных облачных хранилищах. Первое преимущество данной системы – это прозрачность всех данных. Их никто не сможет подделать или изменить. Второе – это абсолютная прозрачность всей системы и ее общая безопасность. Она будет защищена от хакерских атак и взломов. Более того, именно с помощью блокчейна основатели намерены осуществлять вознаграждение отличившихся пользователей Трендир. Вознаграждение будет выглядеть в виде начисления монет на счет пользователя. То есть каждый пользователь сможет за проявленный труд и работу получать какие-то вознаграждения в виде токенов, которые потом сможет продать или использовать. Трендир – первая в мире платформа облачного дизайна.